Живота, будьте хоть раз в жизни честным человеком. Скажите, предупреждал я вас о том, что сегодня последний день вашей службы в моем доме? А? Вот вы всегда, черт возьми, притворяетесь глухой, слепой или хромой, когда я говорю с вами об увольнении. Ну, поймите, я не в силах жить в своем собственном доме, который вы превратили в конюшню, во... Как это вы, уже не молодая женщина? Что? Кто не молодая? Я? Я не молодая женщина? Довольно! Баста! Я ухожу отсюда! Ах, наконец-то! И никогда, никогда не вернусь, даже если вы будете умирать брошенной и покинутой всеми. Нет, как это вам нравится? Я и вдруг не молодая женщина, а? Старый башмак. Что? Жаба. А, жаба, жаба. Жаба? Позвольте. Это что ж, я жаба? Да как вы смеете? Убирайтесь сейчас же вон из моего дома. Негодяйка. Негодяйка? Ну, постойте. Теперь я с вами поговорю. Боже мой, она возвращается. Это вы осмеливаетесь выгонять меня, несчастную, слабую, беспомощную женщину. Я покажу вам. Моя лампа. Вот вам. Ой, мой фамильный поднос. Что вы делаете? Вы с ума сошли. Вот. Мой обеденный сервиз! Вот, 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 получайте! Сейчас и до вас доберу! Ай-яй-яй! Ага, испугались, спрятались в гардероб! Ха-ха, мужчина, тряпка, мочалка! Я покажу, как издеваться над бедной девушкой, круглой сиротой! За свои 56 лет я ни разу не встречала подобного кровопийцы. Клянусь вам своей красотой. Вы слышите? Да что вы там молчите в своем гардеробе? Жавота, умоляю вас, идите себе с Богом. Я ухожу. Моей ноги не будет больше в этом вертепе. Фу! Она на прощание перебила всю мою посуду. А интересно, какую служанку пришлют мне из конторы по найму прислуги? Ну да, вероятно, это будет солидная дама с мягким, уступчивым характером, в кружевном чепце и седыми буклями. А вдруг мне снова попадется такой же ангел, как Жавота? Нет, 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 нет! Моему дому нужна настоящая хозяйка. В конце концов, мне 62 года, и имею же я право на отдых и вежливое обращение. Вот именно поэтому я и отправился в контору по найму прислуги. Меня в конторе окружили, про мою слыхали беду, и объяснить скорей просили, кого в прислуги я возьму.
что мне нужен, поварил кутя, швейцар, садовник или лакей, или, может быть, было б мне лучше прислугу выбрать поскромней. Мой ответ был прост и ясен, мне нужна хозяйка в дом. В остальном я на все согласен. И доверяюсь вам во всем, во всем. И доверяюсь вам во всем, во всем. От шума, крика и советов я почти сошел с ума. От суеты в конторе этой я лишь сегодня пришел в себя. Да, признаюсь, я не знал, что делать, и отвечать не успевал. Потупя взор, робко и несмело, я тихо так пролепетал. Ведь я сказал вам просто и ясно, что мне нужна хозяйка в дом. В остальном я на все согласен. И доверяюсь вам во всем, во всем. И доверяюсь вам во всем, во всем. Просто хочется жить и дышать. Какая тишина водворилась в моей квартире. Жить и дышать. Батюшки, уже 10 часов, а Густава все нет и нет. А все-таки хорошо, что я хоть раз в жизни проявил по отношению к своему племяннику строгость и твердость характера. Ну да, у молодых людей у них это всегда ветер в голове. Да, изволите видеть, влюбился по уши в какую-то девицу. Бросил занятия, собрался жениться. Что это такое? А мне, своему дяде, своему опекуну даже письма не написал. Воображаю, что с ним было, когда он получил мое послание с требованием порвать с ней и немедленно переехать в мой дом. В этом тихом райском уголке, вдали от шума и сутолки большого города, он забудет свою страсть и отдохнет душой на моей груди. Боже мой, это вернуло живота. Скорей в гардероб. Дядюшка! Но нет, это что-то не ее голос. Да кто же это такой? Дядюшка! Густав! Дядюшка! Густав, дитя мое! Ну, наконец! Что с тобой, Густав? Густав, что случилось? Отвечай же скорее! Все кончено. Что кончено? Все! Ну, перестань, ну, перестань, пожалуйста, а то я сам не выдержу и разнимусь. Ах, дядя! Дядя, поймите, вы жизнь молодую мою отравили. Безжалостно юное сердце своими руками разбили. О, знайте, забыть я не в силах тот образ прекрасный и милый. Всегда и всюду он со мной. Хоть оба мы в бедности жили, но так беззаветно любили, я сердце отдал ей одной. Ах, дядя мой милый, от горя и слез я дрожу и слабею.
вас ослушаться не смею, не смею. Мой ангел, как звезды средь ночи, глядят твои светлые очи, все я слышу звонкий голос твой. Меня и зовет он, и манит, хожу я весь день, как в тумане, от разлуки с милой сам не свой. Ах, дядя, прощайте, вы видите, я от тоски умираю. Но вам сейчас я все прощаю. Перестань, пожалуйста. Тебе только 22 года, и еще рано думать об увлечениях. Бери пример с меня. Мне 62 года, а я еще ни разу не был влюблен. Всему свое время. Ах, если бы вы ее увидели, вы бы тотчас в нее влюбились. Катрин, моя маленькая Катрин. Вместо того, чтобы любоваться твоими лучистыми глазами, твоим нежным румянцем, я буду целыми днями смотреть на плешивый череп моего опекуна, на его сизый нос в нюхательном табаке, и на глаза, похожие на оловянные пуговицы. Целые дни я буду слушать наставления, наставления из уст того, кто разбил нашу любовь, кто сделал меня самым несчастным человеком в мире. О, моя малютка, Катрин! Густав, после таких слов просто невозможно ни жить, ни дышать. Вот эта дрянная девчонка лишила тебя рассудка, тысячи чертей. Я задушил бы ее собственными руками. Ах, дядя! Ну, что ты тут болтал? Ну, что, сизый нос, оловянные пуговицы. Ну, во-первых, в каждом возрасте свои прелести. А во-вторых, ступай, ступай в ту комнату. Ну, ступай, ну, ступай, маленький. Ну, ступай, а я тут посмотрю, что у меня есть на завтрак. Займусь завтраком. Ага, котлеты. Ну, они сырые. Так-с. А вот сливочное масло. Звонят. Сыр. Сейчас отопру. Икра. Прошу вас, входите. Прошу вас, что вам угодно. Здравствуйте. Это вы, господин Паровоз Н? Что? Виновата. Тут так неразборчиво написано. Господин Барбос Н. Барбос? Да. Черт знает, что такое. Я господин Барабостен. Барабостен, понятно? Извините, пожалуйста, тут написано очень плохо. Так значит, я к вам. Меня зовут Катрин. Мне 17 лет, 3 месяца и 1,5 недели. Вот мой паспорт, пожалуйста. Но позвольте, куда мне поставить свой чемодан? Чемодан? Так я же ваша новая служанка. Меня прислали из конторы. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Какая? Ну, а я-то думал, в щипце с буклями. Вот так история. Прелесть. Совершеннейшая прелесть. Катрин? Катрин. Катрин. Имя. Великолепное имя. Просто хочется жить и дышать. Садитесь, прошу вас.